Всем привет! Меня зовут Марина, и я очень рада видеть вас на своем канале. Уже 14 июня прошла половина первого месяца лета, а это значит, что пришло время рассказать вам о том, как я провожу свое лето и как, по моему мнению, стоит провести лето перед 11 классом. У меня уже было подобное видео на канале, где-нибудь подсказка здесь вылезет. В этом году видео будет немножко другой направленности. Конечно, определенного мнения о том, как стоит и как правильно провести лето перед 11 классом, нету. Кто-то предпочитает полностью отдыхать, кто-то учится, а кто-то совмещает отдых и учебу. Лично я считаю, что помимо полноценного отдыха важно учиться, важно повторять пройденный материал за все предыдущие 10 лет, чтобы успешно подготовиться к грядущему экзамену, ЕГЭ. Важно грамотно совмещать учебу и отдых, чтобы не перегореть накануне или в начале учебного года. В этом вам может помочь онлайн-школа Vibe. Этим летом онлайн-школа Vibe объявляет набор на летнюю школу, которая начнется с конца июня и продлится до августа. Летняя школа — это курс, который длится с конца июня по конец августа, как я уже и говорила до этого. Задача курса — подготовить ученика к новому учебному году, постепенно ввести его в холодную воду, чтобы не словить остановку сердца в новом учебном году. В летней школе вы пройдете основы того материала, который необходим для успешной сдачи единого государственного экзамена. В летней школе два преподавателя по обществу и по истории, но, как я уже говорила ранее, эта школа подходит и для учеников, которые сдают другие предметы на ЕГЭ. Время обучения в летней школе вы ответите для себя на следующие вопросы. Зачем вообще сдавать ЕГЭ и в какие вузы можно поступить? Как управлять своим временем? Как работать с учебными текстами? Как избежать давления и наладить контакт с родителями и учителями? Так что даже если ты сдаешь химию и биологию, учеба в летней школе только тебе на пользу. Тем более у них есть специальный тариф, где вы не будете переплачивать, и учебные вебинары, которые вам не нужны. Если вы напишете мой промокод, который вы видите здесь на экране, то сможете получить скидку 500 рублей на покупку летней школы и в подарок получите вводный курс. Ссылка на летнюю школу будет в описании под этим видео. Обязательно переходите, вводите мой промокод и проводите лето с пользой. Ну а мы переходим к нашему ролику. Итак, все кадры из заставки, которые вы только что увидели, я сняла за это лето, за вот эти 14 дней, которые я успела провести со своими друзьями и семьей, и также за учебой. И, честно говоря, я сама удивилась, как продуктивно проходит мое лето. И сегодня хочу поделиться своими мыслями о том, как должно пройти лето каждого будущего 11-классника. Давайте начинать. Несомненно, лето — это прекрасная возможность отдохнуть и набраться сил перед грядущим учебным годом. Но наша цель, как выпускников, — отлично сдать ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам и поступить в хороший вуз или вуз мечты. А для успешной сдачи нам поможет регулярная подготовка, которая включает в себя восполнение пробелов в знаниях путем конспектирование и заучивание материала, а также нарешивание кимов, что поможет нам понять структуру экзамена и понять, как и где встречаются темы, которые мы прошли. Я считаю, что перед 11 классом подготовка к ЕГЭ — моя приоритетная задача, поэтому я буду меньше заниматься саморазвитием и изучением итальянского, и больше времени посвящу занятиям английским и обществознанием, а также буду заниматься с репетитором русским и математикой, чтобы добиться на экзамене тех баллов, которые мне нужны для поступления. Про отдых я тоже не забываю, как вы могли заметить по заставке к этому видео, которое вы увидели несколько минут назад. За небольшой отрезок этого лета я уже успела сходить на пикник, съездить в Москву на балет, провести выходные в Костроме и много чего еще. И если вы разделяете мои взгляды по гармоничному сочетанию подготовки к ЕГЭ и
отдыху, то хочу дать вам несколько советов, как провести это лето наиболее эффективно. Во-первых, выделяйте четкое время на подготовку к каждому предмету, например, час на русский, час на математику, 2 часа на предметы по выбору. Я считаю, что каждый должен составить свой график подготовки, все это индивидуально, и вы должны рассчитывать все свои силы правильно. Также очень важна регулярность, для этого я могу посоветовать вам завести трекер привычек, либо на месяц, либо на 3 месяца, а можно и сразу на весь учебный год. Или же можете составить расписание, в какие дни недели вы будете заниматься определенным предметом. Например, в понедельник и среду вы можете заниматься русским, во вторник математикой, в четверг, в пятницу с предметами, которые вы выбрали для сдачи, например, биологии, химии или другими. Также обязательно помните свои цели, просматривайте видео о своем вузе, вдохновляйтесь, живите своей целью. Это поможет вам не перегореть и постоянно восполняться желанием идти к своей цели быстрее и быстрее. Также поговорю про те предметы, которые я выбрала для сдачи на ЕГЭ. Конечно же, русский и математику я сдаю, как и все ученики. Математику я сдаю базового уровня, потому что у меня другая специальность. Из предметов на выбор я сделала выбор в пользу английского и обществознания, потому что это одни из самых моих любимых предметов в школе, и они даются мне проще всего. Английским я занимаюсь 5 лет, он мне безумно нравится, мне уже он очень легко дается, поэтому я выбрала его. Также по этому предмету я олимпиадница, попала на регион в этом году по ВСОЖ, но, к сожалению, дальше не прошла. В 11 классе буду наверстывать упущенное, поэтому нужно готовиться также к олимпиадам по английскому. Вообще олимпиады это такой золотой билетик почти во все вузы, потому что если вы достигли каких-то успехов в олимпиадах, не обязательно только всероссийская, есть и другие перечневые. С ними вы можете ознакомиться на специальных сайтах. Они либо засчитываются как 100 баллов по тому предмету, который вы писали на олимпиаде, или если вы стали победителем или призером заключительного этапа в СОЖ по какому-то предмету, то вы можете без вступительных экзаменов и вне конкурса поступить на тот факультет, где этот предмет требуется. Поэтому я также буду готовиться к олимпиадам, но только по английскому. По обществу я с августа буду заниматься с репетитором, пока что буду сама конспектировать учебник Боголюбова за 10-11 класс. Также я не забываю про литературу, потому что нам дали список, который мы должны прочитать. Сейчас я читаю «Мастер и Маргариту» Булгакова, мне очень нравится это произведение, и пока что я могу посоветовать каждому его прочитать, потому что оно читается легко, на одном дыхании, там очень интересный сюжет. И так проходит мое лето. Ну и это было все видео, я очень надеюсь, что оно вам понравилось, и мне удалось замотивировать вас на подготовку к ЕГЭ летом. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, все ссылки на них есть в описании под этим видео, там же расположена и кнопка подписки на мой канал. Не забывайте оценивать мои видео лайком, пишите комментарии, конструктивную критику я всегда принимаю и ценю. Ну и до встречи в следующем видео, всем пока!